На заседании рассмотрели предварительный план благоустройства пляжа Ланжерон и прилегающей территории. Здесь планируется благоустроить пешеходную зону, увеличить количество зеленых насаждений и обустроить возле бывших касс водного трамвая искусственный водоем. Также предполагается строительство спасательной станции, детской площадки, модернизация систем освещения. Кроме того, появится бювет, питьевые фонтанчики и площадка для барбекю. Предварительный план был принят без значимых поправок и не вызвал практически никакой дискуссии. Заказчик данного проекта – коммунальное предприятие «Ланжерон».